Так, друзья, ну вот ровно час экструдируем. Вот такая бочка 200-литровая. Вот. Больше, короче, вот получилось. Если на 3 разделить, 70, где-то 140 литров здесь у нас. Ну, это где-то 80 килограмм в среднем за час производительность его. Все холодное, двигатель теплый, руку держит, в общем, такие дела. Все, на этом прекращаю видео, друзья. Кому какие вопросы будут, задавайте, пишите. Добрый день, друзья, гости, подписчики канала Агроземледелия. Друзья, ну сейчас будем пытаться первый раз экструдировать по-серьезному на от этом аппарате. Ячмень заколочен. Сейчас будем потихонечку засыпать, разогревать его. Такое идет, как он нагреется. Колбаска, пар пошел. Пока руку держим. Сейчас он разогреется и на полную. Горячий. Сейчас еще чуть-чуть до 110 и будем на полную. Сто 112.
22 градуса. Это здесь 122. Сейчас он ветра разогреется. А? Все, уже пошел на всю, гляньте. Прожаривается. Вот так вот запустили, вот буквально все на ваших глазах, где-то 5 минут, и экструдер вышел на свое рабочее положение. Кто-то скажет, палочку не делай. Друзья, не хочу делать палочку, повторюсь, ей очень неудобно кормить, очень неудобно палочкой. Вот этот корм, он термообработку уже прошел. Расщепление белков произошли, потому что они происходят при температуре от 80 градусов. Все необходимое, скажем так, зерном уже все произошло. Это полноценный полуфабрикат. Его сейчас холодной водой зальет, и через буквально через 10 минут будет готовая каша. Дим, загорится. Не? Сейчас мы ему еще повысим температуру таким нехитрым способом. Идет и достаточно хорошо идет. Производительность, вот сейчас мы засекем время и посмотрим, какая его производительность. Все, потом включимся еще. Так, двигатель 4-киловаттник, тысячник. Значит, и редуктор 1:3 понижающий. Вот где-то 300 оборотов. Ну, 940 оборотов в минуту, где-то 300 оборотов мы получаем на валу экструдера. Сейчас температуру замерим. Это уже второе корыто. Что-то он режет. 109. Самой головки 62. Надо ровно мерить. 107. Так, а корм? Thank you.
понятно, корм быстро остывает. Тонкий, потому что, ну, больше 100 градусов выходит корм. В общем, такие дела. Разогрели, ну, пускай мы без пяти. Время сейчас. Двенадцать минут. Вот четыре ведра мы, значит, получается, прогнали. 12, ну, пускай 15. За 20 минут. То есть, получается, 5 минут ведро. В ведре 8 килограмм. Вот не сложно высчитать его производительность. Пускай даже возьмем 7 килограмм, 5 минут. Нормально производительность, это что мы тогда? 70, где-то 80 килограмм, под 90 килограмм за час его производительность. Сейчас мы еще поэкструдируем, точно скажем. Друзья, корм выходит 113 градусов температура. И эта часть 113. Но это уже на выходе. А там внутри температура, гарантию даю, под 140 градусов. Подшипник 33 градуса. То есть вообще не греется. Упорный. А стоял роликовый, он нагревался свыше 100 градусов, кипел, долго не работал. Вот перешли на упорный подшипник на 307, и проблема исчезла. Так, состав делаем. 3 грабарки с половиной ячменя. Той грабарки ведро, даже чуть больше. Ведро пшеницы и ведро кукурузы. И от этого все экструдируем. Еще, ну, получается 4 ячменя. И вот это все так вот перемешиваем. И в экструдер. Шесть ведер заколотка. То есть мешок. Двигатель померяем. Вот мы работаем полчаса всего, экструдируем.